Дорогие друзья, мы начинаем новую поэтическую мастерскую CWS. Мы приготовили для вас некоторое количество сюрпризов. Я надеюсь, что это будут приятные сюрпризы. Ведущие современные русские поэты, пишущие в совершенно разных стилевых манерах, принадлежащие к совершенно разным школам, направлениям, будут к нам приходить, будут показывать, как разнообразна современная русская поэзия, как по-разному можно писать стихи по-русски. Можно в рифму, можно без рифмы, можно используя сложные метафоры, можно пренебрегая ими. Все это называется поэзией, и обо всем этом, я надеюсь, вы на нашей мастерской узнаете. Ну и кроме того, конечно, будет много чтения ваших стихов, которые будем разбирать мы, будут разбирать наши гости, и каждый сможет понять больше не только про русскую поэзию, но и про себя, и про свое место в ней.